Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барка, рада всех приветствовать. Продолжаем играть в Rim Total War Barbarian Invasion. Давненько я не записывал видео, не занимался каналом. Это связано с тем, что лето наступило, скажем так, вернее, оно уже в своем самом разгаре, но нужно было немножечко отдохнуть, немножечко развеяться и уже с новыми силами бросаться вновь в бой. Итак, постараемся сейчас в ближайшие дни выйти на прежние объемы видео, которые мы выкладывали, да, то есть 1-2 видео в день. Посмотрим, как это у нас получится. Ну, в любом случае, будем стараться поддерживать именно такой график. Всем спасибо за терпение, за то, что оставались с каналом. И будем стараться сейчас, чтобы нас становилось еще больше, и чтобы у нас было еще больше классных и интересных видео. Всем еще раз спасибо за терпение и ожидание. Итак, что у нас здесь происходит? Это у нас битва за Аварик. Это у нас 7-я или 8-я серия, точно не помню. Но, друзья мои, я здесь, если я не ошибаюсь, то хотел как раз-таки вот этого сражения. Но я вот только что впервые загрузил Total War. У меня скилл абсолютно на дне, абсолютно на нуле. А здесь еще и ночная битва предстоит. Против вандалов, против генеральских отрядов, поэтому я, скорее всего, здесь лучше отступлю немножечко, да, совсем чуть-чуть. Немножечко вспомню, верну себе свой былой скилл и уверенность, и дальше уже будем разбираться с всякими там вандалами и прочим, и прочим, и прочим. Немножечко надо просто прийти в себя и посмотреть вообще, что происходит и как здесь нам лучше действовать. Итак. Вандалы совершили ошибку, они сняли осаду с Аварика. Это означает, что мы можем перебросить сюда подкрепление, которое мы подтянули из нашего хоумленда. Замечательно, теперь наш городской гарнизон усилился, усилился значительно. Зашли сюда 10 отрядов элитной пехоты. Те войска, которые здесь пострадали, мы сейчас быстренько переобучим. Плюс даже, может, наймем какого-нибудь лучника одного, чтобы он там отстреливал врагов на подходе. Но мы по бабкам сильно просаживаемся. По бабкам мы сильно просаживаемся, поэтому нужно заняться нам налогами. Ну, рынки мы строим, если я не ошибаюсь, да, рынки у нас строят. Давайте, кстати, пробежимся по строительству и посмотрим, что где. Так, в принципе, налоги, ну, налогами займемся попозже. Давайте сначала посмотрим, что у нас со строительством. Ничего не строится, ничего, ничего, ничего. Да, что-то, так, а вот здесь уже строительство идет. Это у нас в Бурдигале строится рынок. Это у нас в Аварике строится рынок. В остальных городах вообще нихера не строится. Да, печально, печально. Так, значит, надо заняться налогами и повысить налоги. Займусь я этим в наших тех... Ну, высокий налог уже стоит в поселении Саксов, в поселении Фризов. Да, налоги я уже, значит, где-то в предыдущих сериях повышал, да? Да, здесь мы еще и поражение, если я не ошибаюсь, потерпели от римлян, да, под Август Венделикорум. И здесь нас сейчас пытаются прессовать римляне. Ситуация крайне тоже... Странная была, как мы умудрились там проиграть битву, я этого, если честно, не понял, но ладно. Войска у нас вроде в поселении алиманов уже полноценны, переобучены, поэтому идем в атаку, атакуем Публия Флавия, он отступает, возвращаем войска в поселение алиманов, ну, гарнизон, собственно говоря, города, который мы оттуда убрали, возвращаем. Так, здесь у нас стоят повстанцы, попробуем разбить сейчас армию повстанцев. Они отступают. Что вообще за войска здесь у повстанцев? А, 2 отряда крестьян. Отправим туда на то, чтобы их ликвидировать. Небольшой отряд. И уничтожим здесь. Безоговорочная победа. Замечательно. Так, смотрим, что здесь за войска. Ну, здесь уже пацаны посерьезнее. Ладно, пока пусть живут. Так, теперь... Теперь займемся Август Венделикорум. Что здесь мы можем сделать? Так, а давайте мы осадим Август Венделикорум. И, если я не ошибаюсь, я планировал начать вторжение в Италию. Но, собственно говоря, Август Венделикорум – это врата в Италию. И от захвата этого города, этого поселения очень многое зависит. Так, вот здесь вот тоже стоят повстанцы. Чпохнем их, добьем отряд лучников здесь, безоговорочная победа, убиваем их,
Замечательно, возвращаем генерала обратно в город. И остается нам разбить вот этот большой отряд повстанцев. Ну, туда надо отправлять более элитные войска. Отправим вот эти вот войска и дадим приказ уничтожить здесь вот этот самый большой отряд повстанцев на нашей территории. Что ж, так, дело было летом, делать было нефиг. Так, нужно что-то думать с вандалами. Так, лучников я возьму себе в армию. Вот эти два отряда лукарей я возьму к себе в армию. Сделаем следующим образом. Так, даже сделаем, знаете как? Вот этот отряд кавалерии я отдам в Бурдигалу. Вот этот отряд кавалерии возьму себе. Вот этот отряд... Вот этот отряд ополчения с секирами отправлю в Бурдигалу, а из Бурдигалы возьму два отряда лучников себе. И сделаем вот такой вот full stack. И будем ждать нападения очередного со стороны вандалов. Что ж, можно заканчивать пока что ход. Посмотрим, что будут предпринимать наши противники. Сасаниды предлагают нам торговлю. Давайте мы им еще и информацию... Давайте информацию по карте. Обменяемся, посмотрим, согласятся. Нет, не соглашаются, но и фиг с ними. Это не так важно. Итак, нас атакуют римляне. Смотрим на войска. Ой, все в серебряного уровня прокатим. Вспомогательные дворцовые войска, какие-то элитные тяжелые лукари, плюмбатарии какие-то, ну прям все из себя такие крутые, два генерала здесь, а у нас тоже парни не пальцем деланные. Отправляемся самолично в бой, попробуем отомстить римлянам за то поражение, которое они нам нанесли. Итак, и вновь здесь вот эта вот гребаная ночная битва. Ну что ж, попробуем сыграть в ночную битву. Не люблю я ночные битвы, ни хера не видно, ни хера не понятно, но что ж, делать нечего. Так, три отряда лукарей у нас, попробуем разуплотнить. Видите, наши лучники еще и ночью могут прятаться, замечательно. Ну, по идее, у нас здесь довольно-таки тотальный, я бы сказал, перевес. Кавалерии много, пехота у нас классная. Конницы больше, чем у римлян, лучники есть, поэтому будем не суетиться. Главное, не суетиться. Подходим чуть-чуть поближе к противнику. И сейчас постепенно начнем его разуплотнять огнем лучников наших. Ну, видим, что римляне перестраиваются. Вроде бы как они хотят, я так понимаю, пойти на соединение со своими войсками, которые прибыли к ним на подногу. Ну вот у них лучники есть. Давайте подразуплотним их лучников. Дадим залпик. Пошел залп. Ну вот 3 в 1 мы, конечно же, здесь сейчас этих ребят расчехлим. Так, видите, они идут вперед. Поэтому мы сейчас нашу кавалерию выведем на фланги. Пехоту с флангов чуть-чуть оттянем назад, чтобы заманить в такую ловушку товарищей римлян. Бежим. Ну, обстрел идет. Атакуем пехоту ихнюю. Конницу заводим на фланги. Здесь атакуем. Здесь бежим. Ну, здесь 2 в 1, здесь 2 в 1, конницы бьем сюда в тыл, сюда заходим. Да, удар в тыл, вспыхнули, бьем сюда. Центр наш держится, помогаем. Ну и первая армия римская посыпалась, генерал у них оказывается крестьянин. Ну и все, добиваем кавалерии, все, поехали. Лучникам нашим отключаем огонь и просто разворачиваемся.
в сторону следующей римской армии. Да, безоговорочная здесь победа. Первой армии римлян, самой большой, многочисленной, уже нету. Смотрим, где вторая армия Рима. Вот она. Замечательно. Ну что, мы здесь продолжаем просто добивать. Убегающие войска римские. Главное не увлекаться. Так, потери у нас абсолютно немногочисленные. Ну, только вот в одном отряде мы 50 человек потеряли. Самые большие наши потери. Перестраиваемся. На лучников. Перестраиваем. Бегом, бегом. Так, все, кавалерию возвращаем обратно. Кавалерию возвращаем обратно. И сюда кавалерию тоже возвращаем обратно. Замечательно, все. Первая армия Рима разбита, обращена в бегство, и уничтожили мы сколько процентов врага? 71% вражеской армии, потеряли 6% своей армии. Предлагаю подвести сейчас сюда нам лучников, вперед вывести их вперед, да. Так, топорщики здесь гоняются за огрызками вражеской пехоты. Так, выводим вперед наших лучников, мечников чуть-чуть перестраиваем. Вот таким вот образом. Кавалерия. Давайте два отряда выведем на фланг. Приказываем ребятам, чтобы они просто бежали. Бежали, бежали, бежали. Так, здесь какой-то отряд нашей пехоты делает какие-то непонятные телодвижения. Так, теперь начинаем обстрел римской армии. Здесь разворачиваемся. Здесь разворачиваемся. Здесь разворачиваемся. И начинаем обстрел Рима. Начинаем стрелять по ребятам. Включаем огненные стрелы. И пошла вперед вражеская кавалерия. Включаем стену щитов нашим пацанам. И бьем по противнику. Да, к сожалению, я здесь забыл, что лучники у меня стоят в первой линии, но зато лучники приняли на себя первый удар и погасили чардж вражеской кавалерии. А кавалерия без чарджа — это ничто. Так, глухарей отводим, но они, нельзя сказать, что прям уж сильно-сильно были убиты наши лукари, потери понесли, конечно же, но опять-таки это не такие уж и большие потери. Убиваем мы здесь генерала римского, замечательно, замечательно, все. Вторая армия римская тоже разбита, и разворачиваемся лицом к третьей римской армии. Да, давайте в стене щитов развернемся к ним. Так, кавалерию отводим в тылы, назад, и лукарей подводим в первую линию. А если я не ошибаюсь, в третьей римской армии тоже был генерал, да, то есть кавалерия там тоже присутствовала, поэтому нужно быть поаккуратнее. Давайте даже поставим на вторую скорость. Потому что исход битвы уже здесь предрешен. Так, ну очень не спеша они к нам двигаются. Давайте подойдем к ним. В стене щитов, само собой. Топорчики наши во второй линии идут. Ну и кавалерию выводим на фланги. А, вот эту вот кавалерию, остатки, да, которые не выходят на фланги. Ну, видите, крестьяне испугались еще до того, как вступили в бой. Ну, и всей армии атакуем последний отряд. Римской армии не убегающий, это генеральский отряд. Ну, сейчас мы их просто... Да, ну все. Давайте продолжим битву. Если есть возможность убить генерала, то убьем его, само собой. Да, убиваем, и на этом можно заканчивать битву. Выходим на статическую карту. Героическая победа, убили 1000 человек, потеряли в общей сложности порядка 200. Итак, вернулись на статическую карту, осада Август Венделикорум продолжается, и я скажу вам даже больше, друзья мои, сейчас я думаю, мы даже захватим Август Венделикорум с авторасчета, потому что здесь в городе остались, я думаю, 64 человека, да, отряд крестьян здесь остался, авторасчет. Безоговорочная победа, и захватываем Август Венделикорум, само собой уничтожаем население. Замечательно, ворота в Италию для нас
открыты. Переход через Альпы, Август-Винтелькорум переходит под наш контроль. Я думаю, что на этой замечательной ноте, друзья мои, можно закончить нашу очередную серию. Я думаю, возвращение удалось. С вами был Гамилькар Барк, друзья мои. Ставьте лайки, комментируйте видео, делитесь с этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Увидимся в следующих сериях. Бай-бай.